пострадавшие. Информации сейчас поступает очень мало. Коля, напомню, что, видимо, были какие-то сообщения о терактах. Thank you.
Минут. Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете. На месте происшествия до сих пор работают следователи. Взрыв прогремел в вагоне, полном людей, на перегоне между станциями метро Синая площадь и Технологический институт. Хобби пересадочные, с большим пассажиропотоком. По последним данным Национального антитеррористического комитета в списке погибших 9 человек, пострадавших более 20. Минут. Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете. На месте происшествия до сих пор работают следователи. Взрыв прогремел в вагоне, полном людей, на перегоне между станциями метро Синая площадь и Технологический институт. Хобби пересадочные, с большим пассажиропотоком. По последним данным Национального антитеррористического комитета... Thank you.
Oh.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.